Фильтр Тигуар заявлен как Финляндия, стоит 200 рублей. С полиграфией так неплохо достаточно сделано на самой упаковке. Картридж, сам фильтрующий элемент, но относительно тщедушный он, то есть деформируется при воздействии по сравнению с другими нашими образцами. Так интересно сделан. Перепускной клапан у него пластиковый, нажимается очень легко, похоже на FQ, примерно так же. Замок металлический, что хорошо. Никаких особых огрехов я здесь в производстве не вижу, именно как он исполнен. Но выглядит не очень надежно почему-то, чисто визуально. Противодренажный клапан. Резина мягкая, но она не держит форму. Вот я, видите, сделал, и она очень тяжело возвращается в обратную сторону. То есть она деформированная остается. То есть это не силикон, все-таки это резина. Как она поведет себе морозы, тоже посмотрим. Но это, наверное, вот самый хреновый визуально клапан после... Что там у нас было? Тотач или Топфил? Такой же хреновастый был клапан. Он, ну, как-то вообще не гуд. Видите, такие тут еще приближу, попробую. Видны какие-то ошметки по краям непонятные. Как-то он сделан очень неаккуратно, совсем уже неаккуратно для Финляндии. В общем, противодренажный клапан здесь никудышный, конечно. Пружина относительно нормальная, такая стандартная. Давайте посмотрим на заморозку. А, еще уплотнительное кольцо. Но оно тоже вытаскивается достаточно проблематично, поэтому это плюс средней такой мягкости. Покажет заморозка, опять же, его качество. Ну и сам фильтрующий элемент сейчас попробуем подвергнуть воздействию гидроудара. Чисто визуально фильтр выполнен, ну, на мой взгляд, не очень хорошо. Я бы поставил им по 10-бальной шкале максимум тройку, наверное, не больше. Тигуар. Открываем, смотрим. Противодренажный клапан никудышный, он абсолютно не возвращает свою форму. Видите, он весь деформировался после сгибания. Обратно свою форму не принимает. Уплотнительное кольцо, ну, тоже так себе. Уплотнительное кольцо все-таки получше работает, чем противодренажный клапан, который, сами видите, да, в каком состоянии. Но можно поставить только троечку, наверное, из 10 Тигуару. Тигуар. Так, ну что, в общем-то, вполне достойно выдержал испытание, не ослоился, но стал более подвижным, потому что, видимо, размок. Потом, видите, немножко, ну, тем не менее, крышки все равно крепко держатся, все нормально. Но он такой, сам по себе был тщедушный, но все выдержал, в общем. Поставим ему твердую девяточку. Это был у нас Тигуар.